последние несколько лет понял, что я очень люблю омский КВН. А здесь люди есть, которые тоже любят омский КВН? Я действительно стал фанатом наших команд, поэтому я всем желаю победы. Хотя это невозможно, особенно в спорте, в КВН, хоть где. Побеждает всегда сильнейший, но тем не менее, уверен, что будет очень конкурентная, интересная игра. Представьте, что вам в рот положили ложечку ароматного липового меда. И сразу как дали в пах! И вот так вот все 5 километров! Откуда мы черпаем энергию? Естественно, от людей в зале. Вот сегодня видели, с каким мы рвением выступали? Это все только ваша замечательная публика дает нам силы. И аплодисменты в конце, это было такое, знаете, как легкий безалкогольный мохито в жару. Вот. Ой, это просто сказать. Просто кондиционер. Вообще очень сильно рады. Мы очень рады. Мы богатые, мы успешные КВНщики. Самое главное, что работа, которую мы проделали, принесла результат, и мы этим довольны. Мы знали друг друга давно, и это был просто такой маленький вопрос времени, когда нам нужно было немножко сработаться на сцене. Да, это буквально пару дней было.